Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
мог.
Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище. Они его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего с дороги? Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял. Открывай тогда. Вперед! Куда дальше? Налево! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! А-а-а, пусть конечно. Учится защищаться! В метро слабакам не выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови! Наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д-6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Если они так и дальше будут. А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Ха, да сколько угодно. Вон сколько лет сидим. Да, Артём, вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Саня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в поле. Ты же врач. Сколько возьмешь людей только...
на нашей станции. А вообще детей. Сколько нас останется через 10 лет? Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже обгорел. Прекрати! Артём на нашей станции лучший стрелок. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, поднимся. Дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пир. Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там в госпитале, сестрички? Ну, ты да как всегда. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! А у меня как раз с собой было. Ну вот, Лесли, как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. И тут все в таком виде. Представляешь, что в остальном мире творится? Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержала и ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Слышал? Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь.
Слышишь? Стая. Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Фон обычный. Твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им термопилу, спартанец? Или подождем, пока пробегут? Ждем. Ждем. Все, похоже. Можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты! Разобрались бы сначала, уроды! Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наши километров... Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся.
Значит, сразу прорвались. Хана работничек. Да, подохнуть стоя на часах в такой дыре. Карьера зашибись просто. Внимание! Включение поворотного круга. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Тише. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя на руки точно не жопы. Генераторный баллон на похожий. Вам туда. Чего? Вот еще ты меня поучи, куда да что. Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Давай, давай. Стойте. Придется вам его вырубить. Смейте. Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Где надо, блин? Не твое дело. Ты меня про себя, Семен Михайлович. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старость не рад. Выключите лампу. Так, идемте. Погодите, погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может... Отлично, теперь кидайте. Надеюсь... Отлично! Идемте, скорее. Быстрее!
делам. Москву от мира и мир от Москвы. Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Скоро вся охрана здесь будет. Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним. С вами. Бежать вам надо. Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте. По всем неизвестным огонь открывает. Я машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст вынизу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Перезаряжаюсь!
Произошла диверсия. Артём, меняю позицию. Артём, ангар рядом. Можно прорваться. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Теперь осталось найти Ермака. Доложите готовность. Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Группа Д, занять генераторную. Вот и слабо. Не придется геройствовать. Подождем, пока они уберутся. Ты чего, Ермак, в бутылку-то лезешь в последнее время? ЧП, перемещение гражданства запрещено. Ну да, а подавал ты же меня готовить будешь. Ты что, понял, ты творишь? На кой тебе этот паровоз дал? У тебя будет только завтра по плану вы. Непонятно когда. Так что сиди смирно. С тобой потом отдельно беседовать за нарушение правил. Ну вот опять никого. Хотя мне-то что? Эх, здорово тут. Курева только не хватает для полного счастья. Ну и стакашка, пожалуй. Что? Что тут такое? А? Ну-ка посмотрим поближе. Ну, так я и думал, не видно. Ничего, сейчас подойдем. Опять никого нет. Надоело уже, честно говоря. Эй! Все чисто. Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база держаться может. Сейчас бы шумару понесу.
Артём, быстрее включай поворотный круг. Давай же, Артём, теряем время. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть! Артём! Давай вместе! Еще немного! Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня, какого черта? Артём! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артёма стреляли! Как они... вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не останешь. Дошло, наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ там, в котловане, люди из других городов. И тут да их все молчат. Женщин, потом детей. Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не мне отношения решать, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, это же наши. Своих не бросает. Если не будет, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли выйдем. На свежий воздух.
Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Все... Остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешено. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все знал, молодец! Это было последнее! Черт! Ты как? Порядок? Царапина! Отталкивайся! Но тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек! Гранатами мы только краску поцарапаем. А если их внутри? Крыпчатки маловато! Разве что всю втопку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольца здесь назначаю я! Пойдет Артем! Почему Артем? Вот эту кашу заварил, ему не расхлебывать! Артем, как не тормози, прыгай! А я этого пока отвлеку! Ты что ли, Яков Борисович? Я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так мы просто отъехать решили, от эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство! Ты охренел, паскуда! Меня в предатели! А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит, завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой и правдой! Кровь пилили! Врагу продался! Они нас сосла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, Снида! Валерий! Это они! Они уже в вагоне! Тревога! Враг на поезде! Тормози! 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 Тормозите, суки! Ну, сука! Ну все, теперь ты доигрался! Теперь и тебя, и прихвостей твоих, и дочку твою уже не как дезертиров! Как собак бешеных! Пулю и в кювет! Лично тебя пристрелю! И не в затылок, в рожу твою! Скотина хромая! Оставить, по-видимому! Врезать! Огонь! Артём, скорее, я так сейчас в клочья разнесу!
Просто кочегар. Я не с ними. Меня заставят. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу. Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся.